Огнетушитель порошковый ОП-2Б. Сделано в России 23 июня 2014 года. Срок службы 5 лет. При покупке подобных огнетушителей будьте внимательны. Изделия могут являться муляжом и не принесут никакой практической пользы. Как видим, в муляже отсутствует вытеснитель СО2. Целый колпачок. Во втором огнетушителе данного вида вытеснитель имеется, но колпачок не сработал. Вот так вот. Покупайте металлические огнетушители с тонометром.